Сегодня мы с вами делаем вот такую бабочку. Для того, чтобы сделать такую красивую бабочку, нам нужно будет приготовить пластилин, картон любого цвета, какой вам нравится, и бусинки для оформления. Вы можете сделать не только такую бабочку, можете сделать и другую бабочку. На ваше усмотрение. Жду готовой работы. Для нашей бабочки понадобится пластилин, картон любого цвета, какой вам нравится, и бусинки. В первую очередь мы начинаем делать бабочке животик. Я, например, хочу яркую бабочку. Чтобы бабочка была яркой, мы можем соединить белый пластилин с любым пластилином, чтобы был пастельный цвет. Я хочу соединить белый с желтым. Сейчас мы сделаем бабочке голову. Я ее придавливаю, слегка размазываю. И также делаем туловище. Делаю колбаску и рисую. Здесь можно поработать стекой, чтобы выровнять. Итак, туловище бабочки готово. Бабочка яркая, поэтому я хочу, чтобы у меня была бабочка ну, вот такого малинового цвета, даже ближе к вишневому цвету. Беру вот такую горошинку, также мну пластилин, делю на две части и рисую, делаю колбаску, пластилину, крылышки. Итак, наша бабочка приобрела форму. Чтобы она была яркой и красивой, мы ее будем украшать. Вы можете украсить по-своему, кому как нравится. Вот такая вот у нас бабочка. Дальше. Бабочке нужны усики. Усики вы можете сделать, ну, какие вам нравятся. Я хочу, чтобы у моей бабочки были белые усики. Усики тоненькие, поэтому я катаю тоненькую колбаску. И прилепляю эту колбаску к бабочке. Делаю из бусинок. Выберу бусинки и сделаю ей глазки. Вот такие вот глазки. Раз и два. Вот она какая. Ну, чтобы она еще была у нас такая глазастая, я и сделаю, естественно, зрачки. Вот так. И вот так. Бабочки сами по себе в природе очень яркие, поэтому я нашла пайеточки. И вот здесь слегка пайеточками выложу, чтобы у меня бабочка была очень-очень красивая. Вот такая вот у меня очень получилась симпатичная бабочка. Моя бабочка летит. Поэтому, чтобы видно было, что она летит, мы сделаем немножко облачка. Я соединяю белый пластилин с голубым, но не смешиваю его, а вот так вот беру, чуть-чуть мну, и посмотрите, какие делаю я облака. Они получаются бело-голубые. Вот такая у нас должна получиться работа.